Говорят, что первое впечатление определяющее. Автовокзал – лицо города для приезжих. В случае Иваново – не самое приветливое лицо. Потрескавшиеся стены – неудобные подсадочные площадки. С 21 веком пейзаж никак не вяжется. Однако в таком, без преувеличения, ущербном состоянии автовокзал останется ненадолго. Долгожданная глобальная реконструкция наконец началась. Были у нас переговоры с инвесторами, были разные попытки повлиять на них, но сейчас в конечном итоге мы нашли убедительные аргументы для того, чтобы они приступили к инвестированию. Общий объем инвестирований в этот объект порядка 100 миллионов рублей. За эту внушительную сумму и работу предстоит провести немалую. Реконструировать старое здание автовокзала и возвести новое, двухэтажное, где, собственно, и будут располагаться отапливаемый перрон, зал ожидания и кассы. Также в обновленном здании появится удобная комната матери и ребенка, камеры хранения и современное кафе для ожидающих отправки. В первую очередь строительство заключается в том, что мы сейчас уже разобрали старый навес автовокзала. И на этом месте будет сформирована новая площадка навеса для посетителей. Это будет современный зал ожидания, светлый, стекленный, теплый. То есть люди будут теперь не на улице ожидать подхода автобуса, а будут внутри здания. И при подходе автобуса будет 10 посадочных площадок. Люди будут выходить уже под навес и садиться в автобус. Особое внимание разработчики проекта уделили внешнему виду будущего автовокзала. Панели под дерево и большие застекленные окна. Новое современное здание, в отличие от старого, больше не будет уродовать облик города. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.